Спортивный конкурс для дошкольников прошел в городе Рыбница. В веселых эстафетах приняли участие команда из трех районов левобережья Днестра. На время соревнований воспитатели и родители превратились в самых преданных болельщиков. Эстафеты проводят 8-й год подряд и объединяют команды из Рыбницы, Дубосары, Каменки. Спортом заниматься, чтобы были здоровыми, крепкими, сильными. Одно соревнование было интересно с туннелем, потому что там надо бегать быстро. В перерывах между конкурсами с концертной программой выступали воспитанники Рыбницкого центра развития ребенка. Наш танец назывался «Спецназ». Мне нравится выступать, потому что я хочу быть сильной. Мне понравилось маршировать. Я хочу служить в спецназе. Я хочу быть солдатом и служить в армии. Данный конкурс проводится 8-й год подряд. Это уже стало традицией. Мы ежегодно в мае месяце проводим данный конкурс, целью которого является привлечение дошкольников к занятиям физической культуры и, конечно, укрепление их здоровья. В результате командных эстафет дошкольники Рыбницкого 10-го детского сада заняли 1-е место, а каменская команда – 2-е. Бронзу разделили дошкольники Рыбницкого детского сада номер 16 и Дубосарская команда. Все участники конкурса были награждены дипломами и грамотами. Руслан Шалкан, Марина Ангел, телеканал «Элита», Рыбница.